Это будет первая фотография под дождем в походе за всю историю хождения, за всю историю туризма. Почему? Ну, потому что в дождь никто не фотографирует, всем лень. А нам теперь не лень. Ужас! Нам теперь не лень. У нас замечательный костер. Я представляю, когда они будут занимать первые места на всяких этих самых, как бы, соревнованиях, там, типа, кто, у кого самая крутая походная фотография. Вот, самая уникальная. Вот, вот, потому что это будет фотография в дождь. У нас замечательный тент, который мы собираемся оставить здесь. Написать на нем школа 54. Довольно старенький. Саш. Борис. Я у Борисовича.